Предлагаемые изменения обусловлены требованиями законодательства осуществлять организацию работы в области антитеррористической деятельности и призывную комиссию, значит, должностным лицом уровня заместителя главы. Кроме того, предлагается переименовать должность заместителя главы администрации городского округа Первоуральск по управлению социальной сферой на заместителя главы администрации городского округа Первоуральск по управлению социальной сферой и организационной работе и переподчинить, значит, этому руководителю отдел информационных технологий и контрольно-организационный отдел.